Мусульмане совершают в день 5 обязательных молитв – утреннюю, полуденную, предзакатную, вечернюю и ночную, которые состоят из 2, 3 и 4, соответственно, ракатов. Почему именно такое количество, а не иное? Ответ. Поистине, Господь создал нашего праотца Адама из 2 вещей – из тела и души. Бог повелел в утренней молитве совершать 2 раката. Первый ракат – выражение благодарности за тело, а 2-й ракат – благодарность за душу. Всевышний создал тело Адама из 4 вещей – воды, земли, огня и ветра. Затем он повелел в полуденной, предзакатной и в ночной молитвах совершать по 4 раката, выражая благодарность за эти блага. Также Аллах создал в теле Адама 3 драгоценности – разум, сердце и веру. И повелел в вечерней молитве совершать 3 раката, выражая благодарность за эти 3 ценности. Смотрите книгу «Фатава аль-Хвартикуни», страница 46, автор – авторитетный ученый-богослов Мухаммад ибн Ахмад аль-Бадави. Ответ дан на основе фетвы Муфтията Республики Дагестан. Уважаемые друзья, напишите в комментариях, насколько полезным оказалось для вас данное видео, а также на какие темы вы бы хотели увидеть ролики на нашем канале. Мы обязательно учтем ваши пожелания.